Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я вам покажу необычные и полезные электронные товары сайта AliExpress. Когда будете что-то себе покупать, обязательно пользуйтесь кэшбэком. Так вы вернете себе часть денег с покупки. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. А тех, кто посмотрит видео до конца, будет ожидать конкурс. Также жмите, пожалуйста, на этот колокольчик. Так вы будете получать свежие выпуски, самые первые. Приятного просмотра! Если вам не хватает мощности одной лампочки с соколем Е27 и нужно вкрутить две или больше, купите этот удобный разветвитель на две и больше патронов. Пользоваться им очень просто. Гаджет вкручивается в стандартный патрон светильника, рассчитанный на лампочку с соколем Е27, а потом в сплиттер вкручивается две лампочки или больше. Так, имея в наличии светильник с одним патроном, вы сможете пользоваться двумя лампочками одновременно и получить больше света. Беспроводная клавиатура с тачпадом – отличное решение для управления вашим компьютером или Android Mini ПК. Также подходит для управления планшетом, смартфоном, смарт-телевизором, Xbox. Клавиатура не требует специальных драйверов и поддерживается всеми устройствами, которые могут работать со стандартной USB-мышкой или клавиатурой. После 3 минут без использования клавиатура переходит в спящий режим для экономии аккумулятора. Нажмите любую клавишу, чтобы клавиатура перешла в рабочий режим. Также на корпусе есть выключатель питания. Умные весы от Xiaomi обеспечивают высокую точность измерения. Это устройство обязательно пригодится тому, кто хочет похудеть или наоборот набрать вес. Приложение на телефоне позволит вам всегда и везде иметь доступ к данным о взвешивании и графику изменения веса, отслеживать весь процесс вашего преображения. Весы умеют рассчитывать индекс массы тела, составлять план тренировок, контролировать рацион питания и еще много полезных и классных функций. Информация о взвешивании сохраняется в памяти весов, которая может вмещать до 800 измерений. Компактная паяльная лампа с микропроцессорным управлением. Удобный и компактный гаджет пригодится вам в вашей домашней мастерской. Изготовлена из антикоррозийной нержавеющей стали. Нужная температура в такой ванне достигается за короткое время, что очень удобно. Тигель изготовлен из нержавеющей стали с покрытием нитридом титана. Время расплавления припоя на максимальной мощности 10 минут. Крутой удлинитель с 5 USB-портами. Это устройство, отличающееся высокой надежностью и небольшими размерами. Данная модель зарядного устройства оснащена 5 выходными разъемами USB, благодаря чему будет оптимальным выбором для тех, кто активно использует несколько портативных гаджетов. Немаловажным достоинством данного зарядного устройства является его надежная работа, которая обеспечивается высококлассной системой защиты от скачков напряжения и перегрева. Магнитный переходник microUSB позволяет использовать один кабель на нескольких телефонах, не вынимая каждый раз адаптер. Достаточно установить дополнительный адаптер на второе устройство и использовать кабель от предыдущего комплекта. Преимуществом данного кабеля является то, что установив магнитный переходник microUSB один раз, вам больше не придется каждый раз дергать разъем. Тем самым вы продлеваете жизнь разъема microUSB. Дальнейшее подключение будет всегда очень комфортным и безопасным. Просто присоедините магнитный конец кабеля USB с телефоном, и зарядка начнется автоматически. Позволяет использовать один кабель на нескольких телефонах, не вынимая каждый раз адаптер. Универсальный карт-ридер, созданный для чтения различной информации с карт памяти. Очень полезное устройство для всех тех, у кого имеются девайсы с поддержкой карт памяти. С помощью карт-ридера вы с легкостью сможете переместить информацию между своими носителями. А благодаря совместным технологиям, карт-ридер имеет очень большую скорость передачи данных USB 3.0. Очень прост в эксплуатации. Просто подключите его к какому-либо устройству через USB-порт, и этого будет достаточно для работы. Эксклюзивная колонка от уже нашумевшего бренда Xiaomi. Такая колонка – это яркая алюминиевая акустическая система в виде небольшого бруска с прекрасным звуком и небольшим размером. В корпусе спрятан литий-ионный аккумулятор с емкостью 1500 мАч и беспроводную передачу данных через Bluetooth 4.0. На боковой части расположены кнопки управления. На природе, на улице или просто в офисе колонка всегда останется верным спутником и будет радовать ваш слух. Термовоздушная паяльная антистатическая ремонтная станция с паяльником и термофеном. Она не только проста в управлении, но и экономит место на рабочем столе. Данная станция особенно рекомендуется для работы с термочувствительными электронными компонентами, обладает компактными размерами, быстрым набором температуры, высокой термостабильностью и автоматически охлаждается после окончания работы. Имеет контроль температуры, подув горячего воздуха, экран для показа температуры. Беспроводная GSM-сигнализация для дома или для дачи – простое и эффективное решение.
GSM-сигнализация поднимает тревогу в случае проникновения и отправит SMS-сообщение на ваш мобильный телефон или телефон ваших соседей. К данной GSM-сигнализации может быть подключено до 4 проводных или 6 беспроводных датчиков открывания дверей и окон, датчиков движения и датчиков пожара. В комплекте имеется сирена, мощность которой 110 дБ, которая обратит внимание ваших соседей на то, что в вашей квартире не все в порядке, а также может испугать грабителей. Данная система GSM-сигнализации может быть установлена вами самостоятельно. Для этого не требуется никаких дополнительных знаний или навыков. А вот и конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какая у вас марка телефона. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!